дороги А-260 в Тацинском районе Ростовской области расположен мемориальный комплекс «Саланг», посвященный афганской войне. Предпосылками к возникновению вооруженного конфликта можно считать 1973 год. Тогда в этой горной стране не извергли монархию, после чего власть была захвачена недолговечным режимом, во главе которого стоял Мухаммед Дауд. Этот режим просуществовал до Саурской революции в 1978 году. Вслед за ней власть в стране перешла к Народно-демократической партии Афганистана, которая заявила о провозглашении Демократической республики Афганистан. Социалистически ориентированное правительство противоборствовало самыми разнообразными силами, однако вся власть в регионе была у радикальных исламистов. По мнению исламистов, члены правящей верхушки – это враги не только для всего многонационального народа Афганистана, но и для всего мусульманства. Фактически новый политический режим был в положении объявленной священной войны против неверных. В сентябре 1979 года на территории Афганистана произошла очередная смена руководства местной правящей партии. Вследствие этого партийное и государственное управление оказалось в руках Хафизуллы Амина. КГБ сообщало о том, что новый лидер был завербован агентами ЦРУ. Наличие этих донесений все более склоняло Кремль для военного вмешательства. Советский Союз склонялся в сторону более лояльной фигуры в афганском правительстве – Бараку Кармалю. В декабре 1979 года стало совершенно понятно, что Советский Союз может втянуться в собственную советско-афганскую войну. После непродолжительных обсуждений, уточнений по последних оговорок в документации, Кремль одобрил специальную операцию по свержению режима Амина. Войска решили вести в конце декабря, и это произошло 25 числа. Первое впечатление – ночь, звезды и вокруг горы. Прилетели мы в Кабул 6 февраля. На Ил-70, нет, на Ту-157-м. 54-м. Там, на Ту-134-м приземлились. На гражданском. Приземлились, вывели нас в палатке на ночь. Разбросали утром. Затем по группам развели. Я попал в учебное подразделение, единственное на то время в СССР. Учебное подразделение воздушно-десантных войск. Отслужил там, значит, 5 месяцев. После чего попал по распределению попал в Витебскую 103-ю дивизию воздушно-десантных войск. И сразу же после учебки попал в Афганистан. Ну, первое ощущение, как вам сказать, как-то непонятно. Это все в фильмах мы видели. А это тут все с автоматами стреляют, непонятно что. Ну, провезли нас в батальон, под горой стоял батальон, и давай нас... Пока еще как типа молодые мы или мы переносили все палатки. 3 или 4 раза переносили, все ближе и ближе к Кабулу. Ну, батальон расширялся, люди под это самое. Ну и у нас самый последний стоял батальон, вот Алексеевский батальон. Даже песня есть. Алексеевский салют. Это вот Задар батальон. Попал я в Ашхабад. С Ашхабада нас отправили, попал я в Кушку. Кушка – это самая южная точка Советского Союза была, когда еще был СССР. Ну, вот самая южная точка была Советского Союза. Там 3 месяца нас подготавливали, ну, как всегда, 500-километровый марш на машинах. Вот это вот, смотрели, как, что. Ну, кроме этого, конечно, работал на машине до армии. Ну, все равно там армия есть армия. Они по-своему уже подготавливали нас. Ну, после 3 месяцев нас тоже на самолете перевезли уже в Афганистан. Ну, там у нас был отдельный автомобильный батальон. И перевозили, в общем, топливо. Мы ездили на Кандагар. Ну, вот на Кандагар постоянно. Вот у нас рейс длился 7 дней. Вот 3 дня туда мы едем. День сливаемся и 3 дня возвращались. Прозвался в 82-м году я. 82-84. 2 месяца был в Кушке, ну, курс молодого бойца, а потом туда забрали. Там был 2 года и 3 месяца.
Всего 2 года 5 месяцев. Ну, молодые к нам. Я 2 апреля призвался, а молодые. Замена прошла 8 августа. В Шинданте. Бригада наша стояла в Полихумрях, а часть автобат стоял в этом. В Шинданте. 19-920, воинская часть. В 88 году к нам в подразделение, в часть, пришла разнарядка. Непосредственно на мою должность защищать передовые рубежи нашей Родины на территории Демократической Республики Афганистан. Вот так вот в марте месяце 88 года я попал в Афганистан. Служил, ну скажем так, в частях связи, техникам тропосферной станции. Первое впечатление о самом Афганистане непонятное. Первое впечатление. Но учитывая то, что я служу, проходил и в Средней Азии, то есть это было достаточно знакомым. Быт, нравы, обычаи, это было знакомым. Первая мысль, что ты попал не туда и что это опасно, появилась только с первыми выстрелами, с первыми разрывами мин и снарядов, которые грохотали, неважно где, рядом или где-то далеко. Вот тогда начало доходить сознание, что это достаточно опасное дело. Исходя из характера боевых действий и стратегических задач, кратко историю советско-афганской войны можно разделить на 4 основных периода. Первый период – это зима 1979-1980 года. Начало ввода советских войск на территорию страны. Военнослужащих направили на захват гарнизонов и важных инфраструктурных объектов. Второй период с 80 по 85 год наиболее активен. Боевые действия распространились по всей стране. Они были наступательного характера. Шла ликвидация моджахедов и усовершенствование местной армии. Третий период, 1985-1987 год. Военные операции проводила в основном советская авиация и артиллерия. Наземные силы практически не участвовали. Четвертый период, 1987-1989. Подготовка советских войск к их выводу. Гражданскую войну в стране никто так и не прекратил. Часть моя базировалась в городе Кабул, на окраине города Кабул, в конце взлетной полосы, так называемая пересылка. Ну, кто был в тех местах, они знают, что такое пересылка. С одной стороны горы Пагман были, постоянно заснеженные. Кабул находится на высоте примерно, если я правильно помню, 100-200 метров. Выше уровня моря. А так приходилось мне по службе бывать в разных городах, провинциях Афганистана. С 8 часов был комендантский час. И мы как раз попали под комендантский час. Уже никого нет на улицах. Все магазины, все дуканы открыты. И вот по ночному Кабулу едешь. Полицейский, как только увидит БТР, сразу пропускает, движение останавливает. Все. Заехали мы в городок советников, в 9-этажке стояли. Ну, здесь мне бы тоже понравилось. Дети, ну, наши русские дети, но это советские дети, не русские, советские. Ну, со всего Советского Союза там люди работали. И вот они, дядя, а можно мы полазим по вашему БТРу? Да бога ради. Это ты представляешь, один залазит, другой вылазит. Мы взяли все люки, пооткрывали. И вот дети туда-сюда, чучу. То самое вот это интересное всего. И возвращение домой. Мы когда прибыли, вот это ж, по-моему, на 3-й день или на 4-й день убили парнишку. Как сейчас помню, Пастухов Сергей. Ну, как убили? Колонна ушла, он задержался на ремонте был и сам решил догонять. Тогда КПП не было, ну, было такое КПП, он выскочил и... Ну, не догнал там километров 15 его. Короче, я не помню, или подорвался он, или подорвали его, что машина хлам, его убила. Достались мне его номера с его машины. Я получил новую машину, МАЗ. Мне достались его номера и автомат, как сейчас помню. ГУ-37-32. Ну, вот я с этим и служил.
Ну, я еще когда автомат получили, а я еще в шутку говорю, ну, вы хоть научите нас стрелять? А прапорщик говорит, ничего, друг, начнется обстрел, научишься сам. Как, с какой стороны к нему подходить, как заряжать, как это заряжать. Один случай был, вот это в Лошкаревку первый раз мы поехали. Кандагар душманы захватили, и мы ехали в Кандагар, снаряды везли на боевые эти. А душманы захватили, мы не могли проехать, и нас послали в Лошкаревку. И это Малая Зеленка называется. В Кандагаре Большая Зеленка. Ну, Зеленка это что представляет? Бетонная дорога, а по бокам там виноградники, гранаты, мандарины растут. Вот это Зеленка называлась. Ну, это все там взорвано было. Мы ездили Зеленку, объезжали по пустыне. Со мной служил, ну, он третий роте был, а я первый, Ясенецким. Вот он с пустыни выезжал и на мине подорвался на бетонку. Насмерть. И вот мы поехали в Лошкаревку, через Малую Зеленку проехали, и первый раз туда же. А у нас такое это, вот машина, если поломалась, никто не останавливается, только замыкание. Там 5 машин специально, у них там, короче, ну, запаски, все, запчасти, чтобы трос, если что, цеплять это. И у меня шланг на тормозной системе лопнул. И, короче, я остановился, а колонна вся пошла. А я ж не знал, куда ехать. Ну, остановился, эти набежали, пацаны все там афганские. Я автомат зарядил, полез под низ, посмотрел, потом проволокой шланг передавил и поехал же прямо. Ну, ехал, ехал, и уже заехал за того, что она была сворачивать влево, я ж не знал дорогу. А замыкания не было, там машина поломалась. И я доехал до того, что уже одна дорога, односторонняя дорога. И я глянул, что уже заехал, я вовок какой-то, эти все смотрят на меня, афганцы. Я тогда повернул, еле развернулся с прицепом. Назад поехал, думал, буду ехать куда, вот, на трассу туда выехать. И встретилась колонна, и они мне сказали, ну, чтобы за ним ехать, тогда я за ними поехал, на аэродром проехал. И так, проверки не было, вечером проверка. Я говорю, вот если бы сейчас бы я бы там заблудился, а когда проехали, не проверили. Вечером бы проверили, кто бы меня нашел, и машину бы не нашли, ни меня не нашли. С перевала поднимались, и у нас во второй роте, мы первая и третья рота вот возили топливо, а вторая рота возили снаряд. И даже вот мы, как считается, земляк был, он сам с Калитвы. Ну, в общем, у него тоже загорелась машина, зажгли машину, и он со снарядами. Ну, это было, мы так вдалеке смотрели, через перевал поднимались, а вот он рассказывал, что говорит, успел, говорит, только взять, говорит, оружие и... В общем, такое все необходимое, которое. И отбежать от машины, спрятаться за камни. Ну, машину так разнесло, там осталось, нет ничего. Ну, подъезжают, там, сталкивают его обрыв там. И все. От машины ничего не остается. Армейское братство, это да, все поддерживало. Потому что ребята, мы стояли друг за другом, мы знали, что друг другу мы спины всегда прикроем. У нас такого не было. Ни дедовщины, ничего. У нас вот. Ребята служили и двухгодичники, и мы столько поприходили. Ни дедовщины не было, ничего. У нас все было, как говорится, все заодно. Первый выстрел я услышал непосредственно на аэродроме Кабул. Вот всех привозили в Кабул. Из Кабула распределяли по подразделениям ИЧ-7. Специфика аэропорта кабульского, она достаточно своеобразная. То есть каждый борт, который приземлялся на эту территорию, сопровождался вертолетами огневой поддержки. И эти, перед тем, как борту опуститься, сесть на аэродром или взлететь, вперед выходили вертолеты боевой поддержки, которые обрабатывали ближайшие высоты на всякий случай, чтобы борт спокойно взлетел и спокойно сел. Вот это вот были первые звуки, которые мы услышали, выйдя из этого самолета. И мы поняли, что это не полигон, это не учение, это действительно что-то гораздо более серьезное. Позже, когда уже мы непосредственно каждое, попадая в свое подразделение, в свою часть по назначению, там уже была совсем другая специфика, там... Ну, у некоторых больше, у некоторых меньше. Кому что досталось? Те, кто ходил с колоннами, или те, кто ходил впереди колонн, или те, кто ходил
прикрывая эти колонны, им доставалось больше. Те, кто обеспечивал выход и прием этих колонн, тем доставалось это меньше. Но все, все выкладывались и отдавали жизнь, я считаю, не зря. Ну, враги, значит, были не только маджахеды и наемники со всех стран. Нам попадались, приходилось брать в плен, значит, врачей из Франции. Много американских граждан было. Ну и также ж местные жители, которые днем простой дихканин, ну крестьянин по-ихнему, вечером мог также ж взять пулемет и стрелять по нашей части или вести минометный обстрел. Были такие случаи, прямо на границе, ну, нашей части, так как наша часть стояла в окрестностях города Кабул, ну, были такие случаи, что днем он пашет землю ту же, что у нас на глазах, а вечером с этого места происходит минометный или пулеметный обстрел. Вывод войск осуществлялся по плану. Ну, командующий вышел, да, он сказал, что все вышли. За его спиной войск Министерства обороны нет. Он не соврал. Министерство обороны, сухопутных войска все вышли. Ну, а там остались пограничные войска, остались части ГРУ, которые обеспечивали выход колонны, которые прикрывали, которые шли впереди колонны, которые шли сзади колонны. Эти ребята остались до последнего. Вышли все и потихонечку выходили все остальные. И точно так же и мы выходили последние, потихоньку, потихоньку. Пограничные части выходили последние оттуда. Рубеж линии обороны у них была последняя. Некоторое подразделение, но это уже очень специфическое подразделение, они оставались там достаточно долго. Я не могу с уверенностью сказать, сколько там они, как долго они там были, но которые подчищали, подбирали все это дело. Это у нас считается с 14 на 15, 15 число выход, основной выход войск. Но наше подразделение с Афганистана вышло в первой половине марта. Последним советским военнослужащим, покинувшим территорию Афганистана 15 февраля 1989 года, был генерал Громов. По всему миру пролетели кадры о том, как советские солдаты афганской войны осуществляли переход по мосту дружбы через реку Амударью.